Всем привет еще раз. Это очередной небольшой видеокомментарий. Видеоотзыв, можно назвать это именно так. Рядом со мной стоит небезызвестная, легендарная личность. Ладно, шучу. Простой смертный по имени Александр. Да, вас Александр зовут? Да. Если мне не изменяет память, вы профессионально играете в игру на консолях. Ну, не на консолях, но играю так. Хорошо. Но это все немножечко юмора, немножечко развлечений. Конечно же, обычная череда, стандартная, я думаю, вы не убегаете из кадра. Стандартная череда вопросов. Вот вы оказались впервые в этом месте, в этом прекрасном месте. Как оно вам? Какие ваши первые эмоции? Чего не хватает? Что хорошо? Что можно сделать лучше? Эмоции. Ну что сказать? Место хорошее, достойное. Вам стоит говорить громче. Место на самом деле достойное. С красивым интерьером, с хорошими, так сказать, девайсами, с консолями, с компьютерами. То есть можно провести здесь время, развлекаться неплохо, играть в разные игры. Вообще место на самом деле очень хорошее для проведения всяких разных дней рождения, может, праздников, еще чего-то. Здесь очень неплохо и интересно. Так, в принципе, ну, только положительные эмоции по этому месту. Все довольно красиво, довольно интересно и довольно крутое. Спилили попробовать что-нибудь, PlayStation? Ну, на самом деле, играли только PlayStation. Играли в FIFA, играли в Mortal Kombat. На самом деле, только положительные эмоции. То есть, все просто супер. Другие игры, к сожалению, не удалось поиграть, не хватило времени, увлеклись Mortal Kombat. Ну, я думаю, здесь стоит заметить, что мы, точнее не мы, а вы добровольно не отрывались от Mortal Kombat, потому что возможность-то была, когда я говорю, в конце, но просто... Ну да, на самом деле Mortal Kombat прям завлёк. Хорошо, знаете ли вы, Александр, что именно в этом месте будет тренироваться профессиональная команда Next, которая заняла второе место на прошедшем Asus, естественно, команда по Dota? Ну, на самом деле, наслышан, что проект подписал команда Next, сильную команду по Dota, которая уже успела занять за недолгий срок, так скажем, существования вместе, за недолгий срок спонсирования этим проектом команды, успела уже занять второе место по Dota на Asus. То есть, думаю, у команды хорошее перспективное будущее, и тем более у них есть хорошая база для тренировок. Какие-нибудь пожелания на прощание? Ну, желаю успехов проекту, то есть, чтобы он был популярен среди людей, чтобы зарекомендовал себя хорошо среди алматинцев и среди городов, среди людей других городов. И... Да, люди других городов, приезжайте к нам в Алматы поиграть в Next. Да, ну, почему бы нет, можно и приехать посмотреть из других городов. Ну, то есть, всего самого хорошего проекта. Все, на этом, наверное, все. Большое спасибо, Александр, за столь теплые слова.